Друзья, всем прекрасного, доброго утра и хорошего настроения. Что приготовить на завтрак? Заварила чай черный байховый, испекла овсяный блин. Вот такой вот у меня овсяный блин. Здесь у меня овсяная крупа, мука, яйцо, соль, сахар, 2 яйца. Замесила тесто на раскаленной сковородке на растительном масле, обжарила с двух сторон овсяный блин. Дорогие друзья, вот такой вот у меня сегодня завтрак. Подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.